Никто не ожидал, что Samsung превзойдет OnePlus в их собственной игре, которая заключается в охоте на флагманы. Их фишкой были телефоны с флагманскими характеристиками без флагманской цены. Но Galaxy S20 Fan Edition по цене $700 за вариант 5G превосходит OnePlus 8 и OnePlus 8T по многим параметрам. Но похоже, сейчас OnePlus не сильно этим озабочены и вместо этого делают ставку на сегмент среднего класса со своей новой линейкой Nord. С этой целью компания анонсировала новый телефон среднего класса под названием OnePlus Nord N10 5G. И в типичном для OnePlus стиле это устройство задает новые горизонты в соотношении цены и характеристик. В частности, стоит обратить внимание на две функции. Nord N10 5G имеет экран с частотой обновления 90 Гц и оснащен стереодинамиками. В настоящее время Samsung не предлагает телефонов среднего класса с такими характеристиками. Samsung только в начале этого года перешли на дисплей с высокой частотой обновления на своих флагманских телефонах, выпустив серию Galaxy S20, поэтому не совсем справедливо ожидать, что компания так скоро начнет устанавливать дисплей с высокой частотой обновления на устройства среднего класса. Galaxy A51 и Galaxy A71 являются очень надежными и популярными устройствами, поэтому не похоже, что Samsung требуются чьи-то советы. Но все же, телефоны Samsung среднего класса хоть и не имеют явных недостатков, учитывая их цену, конечно, но у них нет ничего, что могло бы вас заинтриговать в следующем году. На мой взгляд, экраны с высокой частотой обновления и стереодинамики были бы прекрасным вариантом оживить ситуацию. Да, они бы способствовали увеличению производственных затрат, но если серия S20 Fan Edition и Galaxy M является показателем, Samsung не слишком прочь снизить рентабельность и оснастить телефон оборудованием, которое лучше, чем установленная ценовая категория. Последние пару лет Samsung делали упор на увеличение количества камер, и я думаю, что сейчас самое время сосредоточиться на более интересных функциях, таких как стереодинамики и дисплеи с высокой частотой обновления. Хотя, конечно, реалистично, это маловероятно, что A52 или A72 получат что-то из этого. Мы ранее слышали лишь об улучшениях в отделе камер и добавлении беспроводной зарядки. И хорошо, что есть такие ребята, как OnePlus, которые не дают спокойно спать лидерам рынка. Но что думаете вы, друзья? Дайте мне узнать ваши мысли в комментариях под этим роликом. Как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро в следующем видео. Будьте здоровы! Всем удачи!